Для меня самого фильм начинается неожиданно. Просто захотелось увидеть осень, ту детскую. Я родился в октябре. Кстати, родился в день Конституции СССР, 7 октября. Его сразу объявили выходным и праздничным. И в детстве я был абсолютно уверен, что праздник в мою честь. В своем безмятежном детстве я и представить не мог, какую роль в моей жизни сыграет и эта дата, и сам праздник Конституции. И еще помню, меня рано стали отпускать в кино, а кино начиналось с новостей дня. И мне это нравилось. Все изменилось в один миг, 8 декабря 1991 года. В заявлении трех говорится, что союзный договор зашел в тупик, образование независимых государств стало реальностью. Политика центра, считают славянские лидеры, привела к кризису и развалу. И так создано новое государственное образование – Содружество независимых со столицей в Минске. Содружество открыто для присоединения других стран. Совместная работа трех лидеров продолжается. Они на пути в Москву. Так в одночасье, буднично, произошло событие, которое можно сравнить с природной катастрофой, но которое по своим последствиям оказалось куда страшнее и трагичнее. 9 декабря 1991 года мы проснулись в другой стране. И что это за страна, до сих пор знают немногие. Как географ я понимаю, что разломы шли не только по земле, но и по судьбам наций и народов. Каждая отделившаяся страна должна была выживать в одиночку. И Россия тоже. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренней серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога, кружит голову, как детстве карусель. Зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго: а сегодня что для завтра сделал я? Клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее.